Утро Викторина Михайловича начинается с рубанка. Перила на этом крыльце не для удобства, а для занос. Супруг пальцы порезала пальцы, вот иду постригать. Но главная беда – практически круглые ступеньки. Сосед сломал ногу, а супруга Викторина Михайловича на днях сильно споткнулась. Заботливый муж успел поймать и сильно разозлиться на свою ЖЭО. Да уже веры нету. Знаете, краску просили покрасить, вот перила. Краски нету. Ремонт, материала нету. Что за ЖЭО? За квартиры платим, за капремонт платим, еще там за что-то платим. А внимания никакого. В прошлом году, когда снимали сюжет про опасные ступеньки в 7-м доме 8-го микрорайона, ЖЭО-4 не отвечало на звонки, руководство на месте не оказалось, а в этом новое начальство само приходит на место событий. То заключен договор, и в течение 2-3 недель подрядной организации будет произведена замена. Хотят лестничного марша, потому что здесь как бы заделывать это все временно. Оно в любом случае отвалится и ненадолго. Как бы данные работы мы выполняем, хотя они относятся к капитальному ремонту. В принципе, у нас есть вон 8.23, сейчас там производится замена крылец. Мы своими силами делаем эти работы по мере необходимости. Лестничные марши полностью заменят на первом и втором подъездах, обновятся и перила, уверяет ЖЭО-4. Викторин Макаренко решил пока не радоваться. Давайте подождем, посмотрим потом. А потом я буду обращаться к губернатору. Надеемся, до новых жалоб дело не дойдет. 3 недели истекают 12 октября. Наша телерадиокомпания будет следить за развитием коммунальных событий. Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».